Вот мы здесь. Мы будем подпрыгать из отсюда. Мы сейчас будем прыгать. Первым кто будет прыгать? Я буду первым. Давай, ты первый. Первый. Потом второй я. А ты? Я сняла. Я снимаю, короче. Четвертый. Они там... рукам холодно. Вы видели мою перчатку же, да? Я руками снимаю. Мне холодно. Здесь мороз. Аномалия, понятно. В Казахстане аномалия. Вон там горка есть. Но это не наш двор, это комбайн 13. Холодно. Они до сих пор там залезают? Сейчас. Да, залезают. О, наконец-то. Если травма будет, я не виноват. Потому что я вас не звал. Давай быстрее. О, у меня рука. Все, можно? Ой, ладно, не получится. Придется в кармане руку держать. У меня вот одна рука в перчатке, другая в кармане. Вы залезаете или нет? Давайте я залезаю. Буду залезать. Видите, здесь земля, да? Как обычно. Здесь больше ничего нету, наверное. Сейчас я на паузу поставлю, все равно. Все равно они... А вы отсюда прыгать собирались? Да. Ну отсюда понятно, я думал оттуда. Ну короче, там мы не залезли, а там скользко. На, снимай. У меня же рука. Ай. На. Я тоже. Сними. Ай. Ты это подержи на время. Подержи, я сейчас рукавицу одену. А Мель одевает рукавицы. Как туда? А он что здесь какой-то... интересного? Здесь ничего интересного нет, что я снимаю. Рукавицу. Он так прыгает, короче. А меня сними, я сейчас оттуда буду прыгать. Давай. Я. Сейчас Амир будет прыгать. Да, кажется, скользкий ему будет. Или упадет. Наверное, он упадет туда. У нас, походу, не получится. Да. Пока что, если будет снег такой твердый и прям твердый, то мы залезем. Как это называется, который залезает? Вы снимаете? Да, мы снимаем. Лучше по снегу на крышах не залезайте. А то и еще трюки не делайте, а то упадете и все вам понятно. Ой, здесь реально скользко. Здесь реально скользко. Если вы знаете, такой один пацан из 16-го этажа упал. Но он еще жив. Да. У него ничего не сломалось. А может это фейк? Дешат, не залезай! А чё? Упадешь в дырку. Вот так кто герой залез, который будет прыгать отсюда. Вот отсюда, вот отсюда. Прыгать! Раз! Два! Три! Я боюсь! Не бойся!
Два. Четыре. Три. Два. Три. Пошел! Я не умею читать. Я раза три и четыре. Не бойся. Я пошутил. Я не умею. Могу. Я боюсь. Нет. Три, два, один. Не могу я. Да ты вам правый. Да ты просто прыгни и все. Я лучше вот так. Смотри вниз. Не смотри вниз, так ты будешь страшнее. О, здесь так. Не знаю я. Прыгать, не прыгать. Прыгать. Не прыгнем, то вы ставите ничто. А если он прыгнет, то ставите 5000 лайков. 5000 лайков? Нормально. Аир, давай. Если я буду, тогда будет 100 лайков. Я боюсь. Ну давай, Аир, у тебя надежда 5000 лайков. Ну все, не подумай. Это шуточно, это шуточно. Они... Аня, давай быстрее! Я боюсь! У меня рука болит. Да не могу, я в прошлом году прыгал, но здесь снега было много. Я сейчас боюсь. Очень. Лучше я вот так спрыгну. Нет. Я сейчас тоже так боюсь. Вот туда прыгни, в ту сторону. Вы ставите 5000 лайков. Или будет 10 лайков. А, нет, 10, а 1000. Короче. Давай, давай. Поставьте максимум 100 лайков. Пока 100 лайков ставьте, он не боится. Давайте быстрее. Я не могу вас взять, у меня все замерзло. Давай, давай. Раз, два, восемь патронов, три. Три, два, вот, 10 лайков, 10 тысяч. Два, один. Сегодня 1000 лайков, Ерлана. Что, страшно было? Да нет, вообще. Не страшно. Амир, поехали ему. 0-1 балл. Если вы живете в Актобе, тоже сюда приезжайте. Акация. Айтикиби 38. А нет, Айтикиби, а нет. Габландина. Габландина 15. Не могу я. Зовите нас, мы во дворе живем. Если вы нас подписчики... Ради подписчика сделай. Закрой глаза и сделай, как я. Просто ты не смотри вниз, как Ерлан. Че, так будет, что ли, Дёрка? Нет, вот так вот, закрой глаза и не смотри вниз, вот так не отпускай. Не могу. Ну и твоя дельшота ошибла, есть классные перчатки. Ты сам попробуй.
Амир, вся надежда на тебя. Ну давай, я чё ты? Тогда. Давай. Ну давай. Давай. Сейчас, стоп, стоп, стоп. Нет, отойди, отойди. Стой. Ирлан, отойди. Ладно. Все нормально. Три. Больно ему, а мне нет, все, у меня же... Ёлки. Ладно, мы поставим сейчас на паузу, потому что...